Так что я приехал поработать немножечко, а когда мы работаем, и важно, что какое бы ты место ни занимал, в каком бы ты кресле ни сидел, ты обязан не терять профессиональных навыков. Вот нигде не готовят, ни на одном факультете журналистики страны не готовят заместителей главных редакторов, нет такой специальности. Ими становятся потихонечку. Вот. Но я знаю немало заместителей главных редакторов, которые, к сожалению, не умеют писать и не умеют снимать. К сожалению, потому что я думаю, что для того, чтобы грамотно и хорошо понимать своих сотрудников, надо уметь делать и то, и другое. Ну, еще уметь, наверное, работать в соцсетях там, и прочее, 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 чего сейчас вполне везде в достатке. Ну вот, и должен вам сказать, что я не был в Казани раньше. Никогда. Вот так случилось. Я, например, никогда не был в Киеве. Вот Киев и Казань – это были два города, занозой сидевшие в моей профессиональной душе, и я подумал, что любой повод, который выдастся для того, чтобы побывать в Казани, в Киеве сейчас, с Киевом сейчас не так сложно, не так просто, а вот с Казанью, конечно, просто. Вот, и надо этим воспользоваться. И повод возник. И я приехал и, честно говоря, не пожалел, потому что я был в Казанском университете, и должен вам сказать, что, ребята, что вам, как мне представляется, очень повезло. Вы учитесь в замечательном университете. Во всяком случае, то, что он представляет собой визуально, этот университет, это редкий случай. Не только для страны, но и для зарубежного образования. Замечательно, что, я уж не знаю, от кого это зависит больше, от местных властей, либо от вас, либо от ваших преподавателей и профессоров, и ректоров, и тем, кто, от тех, кто вами руководит. Замечательно, что удалось сохранить эти корпуса. Замечательно, что удалось их отреставрировать. Замечательно, что удалось сохранить ваши поразительные музеи, потому что, поверьте мне, большинство студентов в нашей стране ничего этого не имеют. Они работают, учатся в совершенно других обстоятельствах. Неплохих, современных, да. Но для меня очень важно, что в ваших стенах живет время. В ваших стенах живет время. Не только настоящее, но и прошлое. И вы имеете возможность этим дышать. Вы имеете возможность сравнивать, и мне кажется, что вы в этом смысле имеете огромные преимущества перед многими студентами. Вот такое впечатление. А что касается Казани, ничего не могу вам сказать, потому что города я не видел пока, но я не считаю, что это плохо, потому что я вижу ваши замечательные, в основном красивые лица. Это тоже неплохо. Сейчас мы говорили с вашей девушкой, которая стояла с микрофоном и задавала мне вопросы. И она мне напомнила мои студенческие годы, когда к нам приводили на факультет журналистики какого-то маститого журналиста. И я думал, боже, ну что его спрашивают, зачем он пришел? Ну, да мне бы лучше пойти вон туда, там. У меня куча проблем, у меня с девчонкой не все получается, ну и так далее. О чем с ним разговаривать? Я надеюсь, что время мало поменяло существо этих отношений. Вот. Но теперь я понимаю, что, к счастью или к сожалению, наша профессия такова, что хочешь ты или не хочешь, интересно тебе или неинтересно, но бывает так, что ты обязан работать. А что такое работа журналиста? Работа журналиста – это спрашивать и слушать. Спрашивать и слушать. Замечательно, если тебе это искренне интересно. Вот тебе интересно человека спрашивать о чем-то и интересно получать от него какие-то ответы. Ничего страшного нет в том, что вам кому-то из вас, может быть, это неинтересно. Вот об этом мы тоже говорили. Как только вы понимаете, что вам неинтересно, надо тут же подумать о том, чтобы поменять профессию. Чем раньше, тем лучше, поверьте мне. Потому что когда пройдет лет 20, 30 или 40, не дай бог, а вы будете заниматься тем, что вам неинтересно, вот это действительно плохо. Я надеюсь, что
все, кто здесь находится, это журналисты, которые, будущие журналисты, которые останутся в профессии. Но даже если вы не останетесь в профессии, ничего страшного в этом нет. Чем раньше вы найдете то, что вам интересно, тем лучше. Ну вот, а теперь я предпочитаю умолкать. И если у вас что-то есть меня спросить или что-то мне сказать, милости просим. Ну, единственное, что я хотел бы добавить к тому, что сказано, я не представился, кто перед вами сидит, собственно. Я родился в Нижнем Тагиле, Свердловской области. Это, знаете, такой танковый завод, Уралвагонзавод. На самом деле все думают, что он делает танки, а он делает еще и вагоны, к тому же. Там крупный металлургический комбинат. Родители мои были металлургами. Мама, правда, была врачом, но тоже на комбинате. Вот. А отец был металлургом. В городе тогда Свердловске я закончил факультет журналистики. Уехал работать на Дальний Восток, в город Хабаровск. И считаю до сих пор, что сделал очень правильно, потому что этот шаг, большой-большой прыжок, я бы даже сказал, позволил мне повидать страну. Я видел Камчатку, Сахалин, Курилы, Магадан. И, в общем, путешествовал по северу, по нашему дальневосточному северу. Это поразительные территории. Потом служил там в армии, строил дорогу Хабаровск-Находка. Она до сих пор действует. Потом «Комсомольская правда» пригласила меня работать корреспондентом по Новосибирской и Омской областям. В Новосибирске я познакомился с человеком, который заканчивал ваш университет и который открыл крупнейшее месторождение нефти в Татарстане. Как его зовут? Ну, я надеюсь, к концу нашего разговора мы вспомним эту фамилию. Вот, и я проработал там 4 года, и потом работал в «Комсомольской правде» в Москве. Потом эта «Комсомольская правда», это же газета, послала меня в командировку в Индии, где я пробыл 4 года и поработал там корреспондентом «Комсомолки». Вернулся в 90-е годы и обнаружил, что вся «Комсомолка», в которой я работал, раньше. Теперь работает в российской газете. И мне не оставалось ничего другого, как пойти работать в российскую газету. Тем более, что главный редактор российской газеты Фронин, он выпускник вашего университета. Вот, и мы с ним знаем друг друга очень давно. И находимся в таких, я бы сказал, профессионально-товарищеских и дружеских отношениях. Вот от него я получил это приглашение. И до сих пор работаю в российской газете, о чем, признаюсь вам честно, не жалею. Ну вот, теперь я рассказал вам о себе. Кто-нибудь хочет рассказать о себе, пожалуйста? В ответ. Позвольте тогда первый вопрос я задам. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Меня зовут Лейсан Абдульна. Я представляю как раз тоже высшую школу журналистики. Один из тех вопросов, которые мы часто обсуждаем с ребятами на лекциях, учитывая, какое поколение у нас нынче присутствует, они, конечно, склоняются в другую сторону. Будущее печатной газеты. Вы представляете, именно печатную классическую газету. Скажите, пожалуйста, как у вас вообще смотрят на перспективу? Потому что многие категорически против нашей сейчас ребята, студенты, они считают, что все в интернете. Спасибо. Угу. Ну, как я смотрю на это дело? Я думаю, что на нас с вами этого добра хватит. Может быть, еще лет наста. А там будет видно. Я не думаю, что печатная газета исчезнет вовсе. Тиражи падают, это факт, но падают у нас в стране. В Соединенных Штатах и в Японии они растут. Вы знаете об этом? Так что не все так просто с печатными изданиями. Не у всех растут, правда, но есть газеты, которые могут похвастаться. Ну вот возьмите «Нью-Йорк Таймс». В 2016 году количество подписчиков «Нью-Йорк Таймс» выросло, знаете, на сколько? На 276 тысяч. Это не случайность, это нельзя считать случаем. Значит, не все так просто в этом деле. Словом, я думаю, что
бумажные версии газет сохранятся на некоторое обозримое количество времени. Не так давно в российской газете был президент известной газетной компании «Асахи». Это не только газетная компания, она включает в себя массу, это такой холдинг средств массовой информации, как вы, возможно, знаете. И он, мы разговаривали с ним ровно вот на эту тему, и он сказал, что ему как читателю электронных СМИ не хватает тактильных ощущений. Знаете, что такое тактильные ощущения? А для японцев это важно. Для меня, например, хотя я не японец, для меня это тоже важно. Для меня, как вам сказать, вот говорят, что есть болезни образа жизни. Вот алкоголизм – это болезнь образа жизни. Курение – тоже болезнь образа жизни. Когда человек обставляет свою дурную или недурную привычку каким-то массой аксессуаров. Вот чтение бумажной газеты – это тоже образ жизни. И поскольку он состоит из установленных, укоренившихся элементов традиции, я думаю, что это исчезнет не так быстро, не так быстро разрушится. Более того, электронный мир информации меняется с такой скоростью, что никто из присутствующих здесь не поручится за то, каким он будет через 5 лет. А вот каким будет печатная газета через 5 лет, я знаю. И вы знаете прекрасно. Но я думаю, что она будет. Мне кажется, она будет. Многие говорят, что печатную газету неудобно читать. Это все так, это все правильно. Не всякую газету развернешь в метро, не всякую газету, в отличие от гаджета, который вы достанете легко из кармана, не всякую газету прочитаешь в машине там, или на велосипеде, где угодно. Но я думаю, что количество читающих печатную газету уменьшится, еще уменьшится. И в конце концов это будет такой элитарный клуб, который будет считать чтение печатной продукции, ну, такой вот, знаете, доступной только им возможностью. А как всякое элитарное образование, он будет привлекать к себе остальных людей. Таким образом, бабушка надвое сказала, что будет с печатной продукцией. Я думаю, что она не исчезнет. То есть мы решили, что все будет в порядке. Да, извините, пожалуйста. Я потом телевизионную запись послушаю. Ну, хорошо. Хорошо. А что вы думаете, да, пожалуйста? Магистратура, первый курс, меня зовут Алсу, национальная журналистика. У меня был такой вопрос. Вводится очень много поправок к законам, и вы печатаете на страницах вашей газеты все это. Вы считаете это стремление и успешное достижение таких всех изменений реалий жизни? То есть законы следуют всем новшествам, которые приходят в нашу жизнь, либо это несовершенные законы все-таки? Почему это происходит? Понятно. Ну, наверное, на этот вопрос вам компетентно ответил бы тот, кто сочиняет законы. Я могу вам сказать, как человек, который печатает в нашей газете законодательные акты, что вы назвали уже сами две основных причины. Первая причина состоит в том, что люди, которые сегодня инициируют законодательные акты, чудовищно образованы и мало представляют себе реалии жизни. Примерно мы как-то говорили с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным по этому поводу, когда он был еще председателем Государственной Думы, и у них была статистика любопытная. Я боюсь переврать, но примерно она была такая. Каждый седьмой инициированный законодательный акт представляет собой абсолютно дилетантское создание. То есть не прошедшее ни юридическую экспертизу, и по факту инициативы представляет собой достаточно загадочное явление. Это первое. Второе. По-моему, Бродский сказал, что основное отличие второй половины 20 века, да уж 21-го тем более, состоит в том, что он принял гигантское ускорение.
огромная жизнь стала двигаться с гораздо большими скоростями, нежели в первой половине 20-го и во всем 19 веке. Что это означает? Это означает колоссальное старение законодательной базы. Мы не успеем моргнуть, как закон, который мы приняли вчера, устарел. Значит, жизнь ушла вперед, и нужно регламентировать эту жизнь новыми законодательными нормами. Поэтому поправки в законы вносятся так часто. Могут вноситься так часто. Не всегда это оправдано. Но иногда они вносятся заслуженно. То есть надо регламентировать по-новому нашу жизнь, иначе наша жизнь превратится в кошмар. Она и без того превращается в кошмар, без всяких законов. Но уж когда речь идет о законодательстве, которое регламентирует наше с вами будущее, это очень важно. Отсутствует или если присутствует третий факт. Мы можем вносить сколько угодно поправок в законы, можем принимать эти законы со страшной силой, даже с юридически компетентными оценками, но, как вы сами прекрасно понимаете, Россия – это не то место, где законодательство исполняется неукоснительно и правильно. Поэтому это третья проблема. Важно, чтобы все, что мы с вами напринимали, все, что мы с вами напечатали, все, что мы с вами поправили, исполнялось. А вот к этому мы не приучены. Может быть, ваше поколение будет в этом смысле более дисциплинированное и как бы действенное. Ну, дай бог. Ну уж раз вы спросили меня, я вас спрошу вас, а что вы думаете по поводу печатных СМИ? Вам как кажется? Когда они погибнут, как вы считаете? Мне или всем вопрос? Вам. Я все-таки считаю, что чтение печатных газет это идет как традиция. Если традиция складывается в семье, то она как-то продолжается, хотя бы когда-нибудь в памяти. То есть старшим поколением, которые, может быть, уже ушли. Конкретно, насколько мне известно, в той же Англии это традиция покупать в воскресенье газету и читать эту воскресную газету. И красивая традиция, я бы сказала. Мне кажется, все-таки нужно сохранять, потому что ощущение, когда читаешь газету, видишь эти буквы, можешь перечитать, ощупываю каждую, ощущая запах вот этой свежей газеты, это непередаваемо. И все-таки это как аромат кофе или чая, кто что любит по утрам. Новая газета, новый какой-то мир, который она открывает. Это не то, что ты открыл телефон, прочел и забыл. Ту же секунду. Все. Кто не согласен с этим? Да. Представлюсь. Меня зовут Павел, я первокурсник Высшей школы журналистики. Небольшая предыстория вопроса. В одном моем любимом сериале «Служба новостей» из «The Newsroom» сценариста Аарона Соркина на один из факультетов журналистики в Соединенных Штатах приходит второй популярности ведущий Уилл Маквой. И студентка из зала спрашивает его, почему Америка – великая страна. На что он отвечает, Америка не великая страна. Ну, это так завязка сериала начинается. Мы первые по числу взрослых, верящих в ангелов и так далее. Вопрос к вам. Считаете ли вы Россию великой страной? Давайте договоримся о терминах. Что такое великая? Великая страна – это большая по территории? Это что? Как вы считаете? Наверное, великая страна – это страна, которая опережает другие по каким-то рейтингам. Ну, не мнимым рейтингам, не знаю. Ну вот многие же говорят то, что в России большой потенциал, достаточно образованные люди, ну и большая территория тоже, природные ресурсы. Ну хорошо, окей. Давайте так. Я думаю, что Россия – великая страна,
потому что это, во-первых, огромная территория. Это не просто территория, даже не территория, покрытая ковролином, да? Это территория, покрытая колоссальными ресурсами. Я имею в виду то, что не скрыто землей. Это леса, это вода, это огромные ресурсы пресной воды, это моря и океаны, полные рыбопродуктов. Это то, что скрыто землей, и то, что открыл в Татарстане академик Трофимук, его фамилия, который закончил ваш университет. Это углеводороды. Ну и масса других ископаемых. Но и это еще не делает страну великой. Это делает ее пока великоватой. А велика она потому, что, если хотите, потому что вы сидите здесь. Потому что это одна из немногих стран, люди, которые хорошо образованы. И вот этот ресурс, привилегия великой страны. До тех пор, пока вы будете приходить в университеты, и пока вы будете выходить из университетов образованными людьми, до тех пор вы будете представлять собой великую страну, как мне кажется. Но я бы покривил душой, если бы на этом закончил. Представьте себе, что вот вы завтра улетаете в Нью-Йорк, и вы летите американской авиакомпанией на авиалайнере российского производства. Вы прилетаете в Нью-Йорк, и вас встречает такси, американское такси, произведенное в Набережных Челнах. Вы приезжаете в отель российской линейки отелей, расположенный на 5-й авеню или на Парк-авеню, например. У вас в номере компьютер российского производства в Соединенных Штатах. Вот чего не хватает мне, лично мне, чтобы безоговорочно ответить на ваш вопрос «да». Вот когда мы все это и будем иметь возможность испытать, не только у себя в стране, но и за ее пределами, я соглашусь с вами безоговорочно. Да, это великая страна. Я ответил на ваш вопрос. Можно еще один вопрос? Меня зовут Полина, студентка второго курса. Должен ли быть журналист патриотом, и должен ли он любить и быть согласным с той позицией, в СМИ которого он работает? Вот все. Спасибо. Видите ли, в чем дело. Я не знаю, вот мужчины по определению должны служить в армии в соответствии с Конституцией. Да? И в этом смысле они родине кое-что должны. А девушки в армии служить не обязаны. И в этом смысле они свободны от каких бы то ни было социальных долгов перед отчизной. Поэтому никто не обязан быть патриотом. Вообще, должен вам сказать, что патриотизм, как мне представляется, давайте-ка расшифруем это понятие, это любовь к родине. Патриотизм – это любовь к родине. Любовь к родине, как всякая любовь, это чувство интимное. Я бы не кричал о нем на каждых перекрестках, что сейчас делается у нас повсеместно и считается просто таким общим местом. Помните у Лермонтова? «Люблю отчизну я, но странную любовью не победит ее рассудок мой». А что дальше у Лермонтова в этом стихотворении? «Не слава, купленная кровью». Что такое слава, купленная кровью? Слава, купленная кровью, это исторические битвы наших пращуров. Но вот для Лермонтова это не важно.
это не составляет для него любовь к родине. А что составляет? Пейзаж. Русский пейзаж. Но это не все. Дом, в котором он вырос, и в котором воспитывался с детства. Лично я следую за Михаилом Юрьевичем и полагаю, что основа любви к родине – это дом, в котором ты вырос, твой мама и папа, твоя бабушка и дедушка. И это пейзаж, который тебе дорог. Знаете, когда я испытал одно из самых больших огорчений в жизни. Вот существует под Владимиром шедевр русской архитектуры. Церковь на Нерли. Это действительно шедевр. И не только русская архитектура, это шедевр мировой архитектуры. И вот когда я там появился в очередной раз, я увидел, что кто-то из патриотов в кавычках поставил там высоковольтную линию, линию электропередач. И вся прелесть русского пейзажа была уничтожена в одно мгновение. Ну, не в одно мгновение, конечно. Он ставил это дело там, я думаю, месяца два или три. Он оскорбил русский пейзаж. Это горько, но таких примеров огромное количество. Возьмите Пушкинские горы. Знаменитый на весь мир пушкинский пейзаж. Псковская область, Михайловская. Может быть, кто-то из вас был там недавно. Поезжайте, посмотрите ради интереса, что творится с этим пейзажем. На том берегу Сороди выстроили колоссальное количество коттеджей. Этим людям наплевать, что они испоганили пушкинский пейзаж. А для них важно, что из их окон видно Михайловское, из окон их коттеджей. Эти коттеджи построили не местные товарищи, у местных денег нет. Их построили в том числе члены Совета Федерации и члены Государственной Думы. Те, кто числит себя патриотами, и те, кто постоянно об этом говорит, неустанно, публично. Я бы очень хотел, чтобы вы научились различать настоящий патриотизм, настоящую любовь к родине и то, что называется политикой. Когда любви к родине нет ни на грош, но разговоров об этом очень много. Не случайно кто-то из, прошу прощения, я забыл кто, сказал, что патриотизм – это последнее прибежище негодяя. Что имелось в виду? Никто не хотел оскорбить патриотизм. Просто сегодняшняя наша жизнь в России очень ясно дает понять. Ты можешь быть последним негодяем и подлецом, но если ты объявил себя патриотом, тебе многое прощается. Подумайте об этом. Разрешите вторую часть вопроса. А должен ли быть журналист патриотом своей газеты и придерживаться той позиции, которую она проповедует? С этим проще. Но опять же, я бы не употреблял это слово патриотом своей газеты. Ты должен работать в своей газете, и твоя газета должна быть тебе дорога. Любая газета, если она, ну, если там работаешь, это корпорация, это семья, это твои товарищи, это твои друзья, это люди, с которыми, это твоя команда, это люди, с которыми ты делаешь что-то очень важное. Если позиция твоей газеты и твоя личная позиция находятся в противоречии, если они противоречат друг другу, если они несовместимы, надо покидать твою газету, надо прощаться с ней. Но работать с этой червоточиной внутри себя, что, дескать, я работаю в этой газете, она хорошая, но я не разделяю ее убеждения, отношусь к ней с презрением, ну, это последнее дело, ребят. Лично мне гораздо ближе в этом смысле
корпоративное создание, сознание военных журналистов. Помните, у Константина Михайловича Симонова «От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли». Слова этой песни сейчас изменены и почему-то не поют. Например, куплет «Там, где мы бывали, нам танков не давали, репортер погибнет, не беда». Но так было написано. Вот мне близко эта позиция. То есть не в том смысле, что репортер погибнет, не беда, а в том смысле, что за свою газету, так выпьем за победу, за свою газету. Вот мне кажется, что если ты работаешь в газете, если ты работаешь в команде, если тебе эта команда дорога, и ты разделяешь ее убеждения, ее какие-то ценности, то это огромное профессиональное счастье. Если нет, уходи оттуда и ищи свою команду. Потому что работать в команде, идеалы которой ты не разделяешь, это беда. На самом деле это беда. Это грозит тяжелыми онкологическими заболеваниями в результате. Третья часть вопроса есть? Ну что, о чем еще поговорим? А что вам нравится читать из российской прессы? Только давайте российскую газету сразу вынесем за скобки. Помимо российской газеты. Кто что читает? Кто читает «Новую газету»? Поднимите руки. Кто читает «Известия»? Так, хорошо. А кто читает «Независимую газету»? Такая есть? Вопрос из зала. Есть. Вчера держал ее в руках. Ну что ж, неплохо. А кто читает? А что вы читаете из журналов, из толстых журналов, вот из глянцевых? Эксквайр, Сноб, Форбс. Ну, сложно, но интересно. Из западных журналов. Да. Yeah. Да. Хорошо. А англоязычные издания вы читаете? Только в переводе. В переводе. Хорошо. Ну давайте пройдемся по книжным новинкам. Кто читает Пелевина? Трое. А кто читает, как его фамилия, господи, лысый парень, который сейчас уехал работать в Донбасс? Прилепин. Так, нашлось. Нашлись. Кто читает Проханова? Знаете такого? Знаете. Но не читаете. Ну ладно. А кто читает Улицкую? Не читаете. Кто-нибудь любит Бродского? Здрасте. Неожиданно, да? Вот это да. А что вам больше нравится, стихи или эссеистика, проза? Кому нравятся стихи? Да что ж такое-то? Невероятно. Но факт. А кому нравятся письма римскому другу? Не нравится. А что вам нравится? Вот вам, девушка в очках, что нравится из Бродского? Мне нравится одиночество. Что-что? Одиночество. Вам он понятен? Ну, в каком-то смысле, да. Угу. Как жаль, что твое существование, что-то вот... Да, да, да. Угу. А кто еще из поэтов, кого еще из современных поэтов вы считаете хорошими? Мало знаю современных поэтов. Ну хорошо, Евтушенко вам нравится? Нет. А Вознесенский?
Мне нравится еще поэта Серебряного века. Вот. Ага. Мандельштам. Ну, вчера читала Цветаеву немного. Ну, не знаю, у них такой стиль, который мне близок, наверное. Ага. А вы можете про них что-нибудь рассказать? Ну, вот про Бродского, мне про него интересно. Про Бродского? Да. Знаете, у Бродского есть такое стихотворение: «Ни страны, ни погосту не хочу убирать, на Васильевский остров я приду умирать». Да? Ну и так далее. Как известно, умер он не на Васильевском острове, а умер он в Бруклине, в Нью-Йорке, в районе, который называется Бруклин-Хейтс. И похоронен в Венеции на кладбище Сан-Микеле, острове мертвых. Однажды, это было года три назад, наверное, есть такой эссеист Александр Александрович Генис. Он живет в Нью-Йорке, и он был знаком с Бродским. Ну вот, мы с ним созвонились, я сказал: «Александр Александрович, давайте погуляем по Нью-Йорку Бродского. Покажите мне, что он любил, где бывал, ну и так далее». И мы с ним договорились встретиться, встретились, и, в общем, три дня ездили по Нью-Йорку Бродского. У него такой маленький автомобиль, называется «Мини-Купер». Но был февраль, и было очень холодно, как-то не по-нью-йоркски холодно, так ветер задувал, и были такие ледяные какие-то, ну, огромные надолбы на дорогах. Поэтому и было ездить трудно на своей маленькой машинке. И он мне сказал: «Знаешь, вот я тебе показал все, что мог показать, а вот в Бруклин с тобой не поеду. Ну, во-первых, это грустная история, а во-вторых, поезжай сам, найди этот дом, посмотри, если тебе интересно». Ну, я и поехал. Нашел дом, где он умер, на третьем этаже была его спальня. И постоял, посмотрел, сфотографировал и пошел обратно. Но что-то у меня щелкнуло такое в голове, и я понял, что надо вернуться. Я вернулся, постоял немножечко и понял. Щелкнуло вот что. Я понял, что я где-то все это видел. Где-то все это я видел. Где? Я пошел и стал внимательнее смотреть на эти улицы. И вдруг с удивлением обнаружил, что Бруклин-Хейтс очень похож на линии Васильевского острова. И по этажности домов, и по расположению улиц, и по фасадам. Вот так интересно бывает в жизни. Написал человек, не предполагая, что умрет в месте, которое будет очень похоже на Васильевский остров. И таких историй о Бродском достаточно много. В всяком случае, если будете в Нью-Йорке, обязательно съездите в Бруклин, посмотрите на этот дом. Он продан. К сожалению, там живут новые хозяева. Мария, вдова Иосифа Александровича, продала этот дом. А все, что называлось американским кабинетом Бродского, сейчас живет в городе Санкт-Петербурге, в Ахматовском доме. Там есть такая выгородка, которая так и называется – американский кабинет Бродского. Можете туда зайти и посмотреть. Вот не знаю, я правильно ли сформулирую вопрос, а почему так сложилось то, что вот, ну, есть еще Довлатов, если я не ошибаюсь, почему они уехали из России? Ну, их тут не приняли, что ли, или как это? Ну, что касается Бродского, то тут все очень просто. В марте 1972 года его вызвали в КГБ, и сказали, что если ты не уедешь, то будет очень плохо. У него были уже довольно такие, как бы сказать, родители-пенсионеры. И он, когда уезжал, он надеялся, что он с ними увидится, сможет увидеться. Вот когда тебе в КГБ говорят, что будет плохо, надо уезжать. Тем более, что ну, тебе предлагают это сделать, буквально дают паспорт с визой. Ну, проще говоря, его просто выперли из страны.
Довлатова не выпрали, он не хотел уезжать, но его не печатали. Его просто не печатали. И эмигрировала жена, как вы известно, с дочкой. А потом они уговорили Сергея Донатовича уехать в Нью-Йорк. В отличие от Бродского, это не была вынужденная эмиграция, она была вынуждена в том смысле, что просто ему надо было где-то печатать свои произведения, которых к тому времени накопилось достаточно много. Вообще, знаете, есть, как мне кажется, кстати, к слову говоря, эмиграция по женскому типу, эмиграция по мужскому типу. Вот эмиграция по мужскому типу – это когда невозможно работать в стране и невозможно видеть результат собственной деятельности. А эмиграция по женскому типу – это эмиграция за комфортом, как мне кажется. Не хочу обидеть девушек. Огромное количество мужчин эмигрирует по женскому типу. Вот это мне не нравится. Девушек я могу понять, а вот мальчишек, которые эмигрируют по тем же мотивам, не понимаю. Ну вот, если говорить о Довлатове, то таким образом сложилось. Кстати говоря, я не знаю, дело вкуса, но мне кажется, что последние десятилетия открыли нам, по большому счету, только два имени. Это Венедикт Ерофеев и Сергей Довлатов. Можно еще вопрос? Ну, давайте. Ну, исходя из этого, получается, сложно ли себя в России реализовать, ну, как журналист или писатель? Как вас зовут? Гульшат. Гульшат. Дело в том, что реализовать себя сложно где угодно. Не проще реализовать себя в Америке, или во Франции, или в Великобритании. Везде реализовать себя сложно. Для этого, кстати говоря, для того, чтобы реализовать себя, мы же люди, которые имеют отношение, то есть работают со словом, с языком. Для того, чтобы реализовать себя полностью, ну, максимально полно, надо в совершенстве знать родной язык. Это первое условие. Ну, если ты работаешь с языком, если ты писатель, если ты журналист, если ты литератор вообще. Мне трудно сказать, что как реализуются здесь физики или, так сказать, химики, которые у вас тут по соседству находятся, или там фармацевты, или еще кто-то. Но мне почему-то кажется, что везде, где бы то ни было, реализовать себя полностью очень сложно. И в сущности иногда на это уходит целая жизнь. Огромное счастье, если тебе это удается. Счастье потому, что, во-первых, ты чувствуешь, что тебе удалось. А во-вторых, как правило, если тебе удается, ты получаешь огромную, ну, как сказать, колоссальную реплику тех, кто находится рядом с тобой. Они восторженно к тебе относятся. И это тоже счастье. Существуют какие-то, видимо, законы или правила, но это отдельный разговор, о котором, может быть, стоит поговорить как-нибудь. Поговорите с удачным человеком, с удачным человеком. У нас в стране такие существуют. У нас в стране такие существуют. Вот, знаете, есть такой главный редактор журнала «Звезда» Яков Аркадьевич Гордин. Кстати, друг Бродского. Он прекрасно реализовался как писатель. Поговорите с ним, это очень умный человек. Да бросьте вы тут и лететь полтора часа до Санкт-Петербурга. Пусть богатый Казанский университет выпишет вам командировку и съездите. Санкт-Петербург. Ну, не в Лондон же, да. Это трудно, это везде трудно сделать. Не только в России. Здравствуйте, еще раз. Меня зовут Ирина. У меня такой вопрос. Как сказалось ранее, вы в первый раз в Казани. Были ли места, которые вы хотели бы посетить? И какое впечатление уже сложилось об этом городе? Ну, об этом городе еще никакого впечатления не сложилось. Если считать вас горожанами, то очень хорошие. Но город — это не только горожане, это еще архитектура, это еще какие-то там
Вот. Поэтому, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но подскажите мне в таком случае. Я хотел бы погулять по улице Баумана и поехать в Татарскую Слободу. Подскажите мне какие-то адреса. Что вы считаете важным в Казани? Храм всех религий. Храм всех религий? Да. Храм всех религий, раз. Что еще? Кул-Шариф, мечеть. Угу. Ладно. Кремль, да. Кремль тоже. Ну, это в Кремле находится. Хорошо. Кремлевская набережная. Кремлевская набережная. Старо-Татарская Слобода. Это да. Лучше, чем татарская деревня. Это же Новодел, это же Шайнивский Новодел. Татарская Слобода? Конечно. Ну как она? Все-таки, наверное, Старо-Татарскую Слободу посетить. Ну, я про это и говорю. Потому что это. Есть русская часть города и есть татарская часть конечно, города. Конечно, конечно, да. Куда были выселены татары после мы с вами единомышленники абсолютно в этом деле. Я ровно это и хотел посмотреть. Потому что на Кремлевской здесь татары не ходили, они даже здесь появиться не могли. Они жили там. И поэтому, чтобы почувствовать душу города, наверное, надо обе части посмотреть город. Согласен. Спасибо. Еще один вопрос. А как часто вы возвращаетесь домой? Как? Нижний Тагил. Как часто вы возвращаетесь домой? Ну, часто, я считаю, что, ну, мог бы почаще, конечно. Но я стараюсь раз в году. Там могила мамы, могила папы. Поэтому с цветочками надо ходить хотя бы раз в год. Пока есть силы. Пока есть силы. Снова вопрос. Возможно, он такой нежелательный. Ну ладно, я студент, ко мне можно проявить снисходительность. Навальный открывает предвыборные штабы в стране. Ну, сразу хочу сказать то, что я не пытаюсь кого-то склонить на сторону вроде бы. Голосуйте только за Навального, а не за кандидата от «Единой России». Просто такой вопрос. Мы живем в демократической стране, по крайней мере, в Конституции так написано. Почему тогда в СМИ людям пропагандируют такой образ Навального, чтобы они не отдали за него свой голос? Ну, то есть, да, я не говорю... Еще раз повторяю, я не говорю, голосуйте за Навального. Просто у людей должно быть право выбора. И если мы живем в демократической стране, почему тогда так манипулируют сознанием и пытаются склонить на другую сторону? Спасибо. Спасибо вам. Хороший вопрос. Давайте только так. Мы с вами разделим СМИ, которые за Навального, а есть СМИ, которые против Навального. Типа против Навального их больше. Естественно. Почему естественно? Потому что это вечная, как мне кажется, участь оппозиционеров. Их поддерживают немного, но поддерживают. И то, что в России, я могу назвать там только мне известных три, а я же, как вам сказать, я такой коридорный человек, то есть я не слушаю все радиостанции с копом, я не читаю все газеты, я не смотрю все телепрограммы, ничего подобного. Я мало чего читаю из прессы, слушаю 2-3 радиостанции максимум и смотрю 2-3 канала, из которых 2 это про животных. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу так. Нигде не поддерживают просто с распростертыми объятиями оппозиционера. Более того, пресса, средства массовой информации, которые стремятся сохранить статус-кво, то есть стремятся поддержать власть, они, как правило, такого рода людей, как Навальный, они их не жалуют. Они их не жалуют. У меня может быть свое отношение к Навальному. Я лично отношусь к нему как, безо всяких предубеждений.
Ну, есть Навальный. Без придыхания, честно скажу. Без придыхания. Ну и без предубеждений. Ну, есть Навальный, есть Навальный. Ну, делает он что-то, ну и замечательно. На митинги Навального я не хожу не потому, что я работаю в российской газете, потому что я понимаю, что сейчас вы мне начнете что-нибудь такое нехорошее говорить, но мне не очень это интересно, честно говоря. Я уже перешагнул этот возраст. Вот. Но почитайте «Новую газету», послушайте «Эхо Москвы». Или там, предположим, полистайте «Московский комсомолец». Эти издания поддерживают Навального. Ну как поддерживают? И словом, я не хочу сказать, что делом, но словом – да. Повторяю, как мне кажется, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что это вечная судьба оппозиционеров. Вечная судьба. Другое дело, когда речь идет о всевозможных, так сказать, уголовных преследованиях такого рода людей. Вы знаете, тут надо разбираться, но вполне возможно, что такого рода уголовные преследования связаны с политической деятельностью этого персонажа. Вполне возможно. Не смею это бы утверждать, это не доказано, но это возможно. В нашей социальной практике это случалось неоднократно. Ну? Здравствуйте, меня зовут Диана, у меня такой вопрос. Чтобы вы, ну, как стать успешным журналистом? То есть, что бы вы посоветовали? То есть, обзавестись какими-то качествами там, или навыками, допустим, ну, чтобы более-менее себя реализовать? Спасибо. Угу. Ну, знаете, для начала читайте. Существует... Составьте себе список из 100 книг и прочитайте их. И вы увидите, что... Как вас зовут? Диана. Диана? Диана. Диана. И вы увидите, что Диана, которая прочитала первую книгу из этого списка, и Диана, которая прочитала 100-ю книгу из этого списка, это разные Дианы. И вот... Я думаю, что когда вы прочитаете 100-ю книгу, вам будет много, намного яснее то, о чем вы спрашиваете. Первое, читать. Второе, существует, как можно сказать, достаточно большое количество вещей профессиональных, которым надо учиться. Например, как брать интервью? Ну, как брать интервью так, чтобы человек говорил вам правду? И чтобы человек говорил вам то, что вам интересно? Как заинтересовать его? Как расположить к разговору? Это же профессиональные навыки, этому надо учиться. Как быть, когда человек не хочет с вами разговаривать? А вам кровь из носу нужно принести материал в редакцию. Что вы делаете в этих случаях? Это тоже профессиональные навыки, которые надо знать, как поступать в таких случаях. Как быть, когда человек когда у вас нет контактов, нет ни телефона, ни адреса, как поступать? Как быть, когда вы лишены источников информации, заслуживающих доверия? Откуда добывать эту информацию? Этому тоже надо учиться. И я думаю, мне так кажется, что этому должны учить вас здесь, вот тут. Вот тут. Не всегда это случается, но надо просить у преподавателей отвечать вот ровно на эти вопросы. Как начинать материал так, чтобы ваш читатель, будучи, не отбрасывал вашу заметку после первого абзаца? Как закончить материал так, чтобы ваш читатель запомнил ваш материал не на сегодня и на завтра, а еще на послезавтра и, может быть, еще на пару лет? Как это сделать? Это наука. Это наука, которая постигается, которой надо учиться. То есть, если вы журналист, если вы профессионал, вы обязаны это знать.
и еще массу других деталей. То есть учитесь профессии. Юрий Михайлович, я, наверное, позволю себе, как вечный студент, да, задать последний вопрос. Я думаю, меня хорошо слышно. Да? Кто бы сказал, что плохо? Да, кто-нибудь сказал, что меня плохо слышно? То ли в силу стеснительности, то ли в силу врожденной вежливости, девушки и молодые люди не очень активны. Я знаю, я догадываюсь, какой вопрос они на самом деле хотели бы задать. Будем считать, что это последний вопрос, если вы будете достаточно пассивно себя вести. Я просто буду считать, что это последний вопрос, мы друг друга поблагодарим и разойдемся. Но я не могу его не задать от своего имени, от имени студента. Очень простой вопрос, Юрий Михайлович. Как попасть в российскую газету или на худой конец в «Комсомольскую правду»? Много ли у вас молодежи в вашей редакции? И кто доминирует в редакциях вот, федеральных, авторитетных, ежедневных изданий? Как попасть? Да. Улица Правды, 24? Это я знаю, спасибо. Приходите. На самом деле, никаких проблем. Раньше, знаете, была какая проблема? Ну вот, квартир же не было, жить было негде. Если тебе не давали квартиру в Москве, значит, считай, что ты в Москве не работаешь. А сегодня я, ну, по долгу службы, разговариваю с людьми, которые приходят к нам на работу. И поскольку у нас объединенная редакция электронных версий и бумажных версий. У нас нет разделенных редакций. Вот эта редакция занимается электронными версиями, а эта редакция занимается бумажными версиями. Мы объединили эти редакции, и у нас сейчас общий котел такой, в котором варится общая информация. И существуют отдельные люди, которые решают, где эта информация будет напечатана. В электронных версиях, на электронных носителях, либо в бумаге. Так вот, приходят люди, которые занимаются электронными версиями, они, как правило, молодые, они вот такие, как вы. Я бываю часто очень удивлен, потому что существует одно принципиальное отличие. Люди, которые приходят к нам, успели поработать как минимум еще в 5-6 изданиях. Я понимаю, что это другая, как бы сказать, другая парадигма. Вот я за всю свою сознательную жизнь поработал, может быть, в трех газетах. А люди в вашем возрасте успели поработать в огромном количестве изданий. Для меня это порой непонятно. Но главное, что они снимают квартиры в Москве и, работая в российской газете, могут эти квартиры оплачивать. Для того, чтобы работать в российской газете, надо знать адрес географический, улица Правды, 24. Надо найти съемную квартиру в Москве. И надо быть профессиональным журналистом, в том смысле, в каком мы говорили с Дианой. То есть надо уметь работать с людьми, я имею в виду с вашими будущими читателями, с вашими героями. Надо знать, что такое профессия. Стыдно не знать, что такое журналистика. У нас с вами, между прочим, вторая древнейшая профессия. Вы хотя бы знаете об этом? Словом, надо знать, что такое профессия. Надо уметь работать. И, пожалуйста, приходите. Мы никому не отказываем. Я серьезно. Преобладают молодые, ну, в общей редакции, я думаю, что сейчас у нас общий возраст резко-резко понизился. То есть какой-то, знаете, есть такое выражение, средняя температура по больнице. Вот средняя температура, средний возраст по нашей больничке, я думаю, что, чтобы не соврать, ну, где-нибудь, наверное, лет 35. Это с учетом того, что у нас работают и 70-летние люди. Значит, молодых, таких как вы, у нас работает достаточно много. Поверьте мне, это так.
И они приходят и приходят. Штаты сокращаются и сокращаются. Они приходят и приходят. Откуда берутся штаты, я не знаю. Я не знаю. Но умных, профессиональных, толковых людей мы берем всегда. Мы считаем, что чем больше мы таких людей взяли, тем больше будущего у нашей газеты. А мы с вами договорились, что мы работаем в корпорации, которую любим. Поэтому желаем ей хорошего будущего.